Ну и обо всем по порядку. В Астане впервые обеспечили профицит тепла. Об этом на встрече с президентом рассказал аким столицы. Во время отчета по подготовке к отопительному сезону Женис Касымбек уточнил, что сделать это удалось за счет запуска газовых тепловых станций «Юго-Восток», «Туран» и первого этапа ТЭЦ-3. Эти объекты жизнеобеспечения дали Астане свыше 1100 гигакалорий в час. До конца года в планах ввести новые мощности. Также глава государства заслушал отчет по строительству школ, льготного жилья и медцентров. На особом контроле у акима долгострой и снос аварийного жилья. Женис Касымбек также сообщил о росте основных показателей экономического развития города. В этом году в столице вложили инвестиции больше на 16%. По всем основным показателем есть положительная динамика и рост. В частности, инвестиции в основной капитал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16-20% выше и превышает сумму более 1 триллиона 100 миллиардов тенге. Такие же положительные показатели по всем другим направлениям. Кроме того, доложился в начале отопительного сезона. Все основные объекты жизнедеятельности города работают в штатном режиме и подготовлены к зимнему периоду.